Жодне з п'яти питань, запланованих на другий день засідання 7-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради 7-го скликання, не було розглянуте. Каменем спотикання стало заявлене в перший день, минулої п'ятниці, питання про виділення 200 тисяч гривень на реалізацію другого проєкту бізнес-інкубатору для учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб та інвалідів. Саме спроба повернутися до розгляду питання про внесення доповнення до програми розвитку малого і середнього підприємництва Миколаївської області призвела до зриву засідання, хоча і певною мірою опосередковано. Сподіваючись на позитивне рішення і прагнучи спонукати депутатів до голосування, учасники проєкту, здебільшого воїни АТО, підготували пікет та наголошували на важливості бізнес-інкубатора. Это очень хорошо сказывается и на бойцах в первую очередь, и заставляет их перестать думать о том, что они никому не нужны, и заниматься нечем, и жизнь прошла и закончилась. Такой вот есть, скажем так, постфронтовой синдром у людей, это на себе испытал, и со всеми, с кем я общался на бизнес-инкубаторе один, через это прошли все. Цей проект вже другий, який ми реалізуємо, та вже ми планували його реалізувати разом із обласною державною адміністрацією та обласною радою відповідно. Але деякі депутати, особливо опозиційного блоку, які дуже негативно налаштовані проти учасників АТО, які дуже собі дозволяють образливі висловлювання, типу «АТОвець – це не професія», дуже багато сьогодні уваги до учасників АТО, вони, такі депутати, підбурюючи інших своїх колег, домоглися провалу цього голосування, це йде річ про всього 200 тисяч гривень до кінця цього року. Треба зазначити, що сьогодні вже зареєструвалися 110 осіб на участь у даному проєкті, причому з них 80 – це учасники АТО, і інші – це внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю. Зрештою, на початку засідання складалося враження, що проблема вирішена. Учасники АТО, а також інші активісти зайшли до зали і нікому не заважали. Всі присутні вшанували пам'ять депутата обласної ради Петра Зіброва, який помер 24 вересня. Голова обласної ради Вікторія Москаленко закликала депутатів повернутися до розгляду питання, проваленого минулої п'ятниці. Для того, щоб все ж таки підтримати програму внесення змін до програми розвитку малого і середнього підприємництва Миколаївської області на 2015-2016 роки. Я вам скажу, что с деятельностью этой организации я первый раз столкнулся тогда, когда они меня пригласили на открытие бизнес-инкубатора для воинов АТО. Во-первых, я хочу сакцентировать внимание, что это мероприятие проводилось за деньги ГИЗы, то есть за деньги правительства Германии. То есть в далекой Германии почему-то посчитали необходимым, что этот проект важный и что его надо поддержать. То, что я увидел, но на меня это произвело достаточно хорошее впечатление, потому что даже я, будучи предпринимателем с достаточно большим стажем, ну, скажем так, было бы время, я бы эти курсы прошел еще раз. Поэтому у меня их деятельность не вызывает сомнения, я имел возможность лично это все видеть. Во-первых, я хочу извиниться, что на комиссиях недостаточно был наш проект представлен. Мы несколько, руководство организации несколько легкомысленно к этому отнеслось, я это признаю и отдаю тоже отчет в том, что в этом и мы также виноваты. Однако хочу я рассказать некоторый анализ, сделать некоторые акценты на анализе тех разговоров, которые велись в зале при обсуждении нашего проекта. Во-первых, самое главное, деньги выделяются не на общественную организацию. Некоторым депутатам это надо было бы знать для того, чтобы просто просмотреть проект. Деньги выделяются на региональный фонд поддержки предпринимательства, который является структурным подразделением областной администрации. И он, в свою очередь, финансирует конкретные мероприятия проекта. Это во-первых. Во-вторых, тут некоторые депутаты презрительно отзывались об участниках АТО, что участникам АТО слишком много уделяют внимания. Так я вам, уважаемый депутат, посоветую пойти в АТО, и тогда и вам тоже будут уделять внимание. Теперь о замечании о том, что это должна выполнять служба занятости. В этом проекте отмечено, и сейчас тут присутствует заместитель директора Центра занятости Алфеева Людмила Григорьевна. Центр занятости очень плотно с нами работает. Больше половины регистраций сделано именно из клиентов, которые сегодня стоят на учете в службе занятости.
Служба занятости проводит огромную работу по информированию по нашему проекту. На данный момент информация о проекте находится во всех военкоматах области, во всех соцзахистах области, во всех службах занятости, райадминистрациях и других и больницах. Такого мероприятия в области еще не было, даже на коммерческом основе. А тут люди смогут получить это бесплатно. Важнейший момент. Тоже кто-то не раз уже так презрительно замечал, что пусть финансируют международные доноры. Я объясняю. Дело в том, что международному донору принципиально участие местной власти. Он не понимает меморандумов о сотрудничестве. Для него это пустой звук, это просто бумажка. Он понимает, что да, вот если выделили 200 тысяч гривен, значит местной власти это важно. И этот проект нужен. И только тогда международный донор готов дальше углублять сотрудничество. На сегодняшний день мы ведем переговоры с целым рядом крупнейших международных доноров. Это USAID, посольство США. Международный фонд Ведроджиня, так называемый фонд Сороса. Это про ООН по финансированию внутренне перемещенных лиц. Это ВНИСЕФ, американский фонд и так далее. Да, у нас с этим есть определенные сложности, но мы предполагаем, что каждый проект, который достоин, получит финансирование до 100 тысяч гривен. То есть деньгами областного бюджета мы финансируем образовательный процесс, причем очень качественный, на высочайшем уровне тренинговые агентства. А международный донор финансирует непосредственно стартап. Поэтому я прошу вас поддержать этот проект. Я готов ответить на любой вопрос по этому проекту и хочу заметить, сейчас тут в зале присутствуют все ребята, которые прошли первый проект, закончили сегодня. И сегодня оборот их предприятий составил 1,5 миллиона гривен всего лишь за несколько месяцев. Кто-то может сегодня похвастаться такими результатами? Это парни, которые со мной прошли войну, они пришли, не бухают, не просят, не клянчат какие-то льготы, а действительно создают добавочный продукт. Более того, они уже трудоустраивают людей. Все пішло шкереберть після того, як депутатам запропонували поставити запитання Іллі Шполянському. Першим висловив таке бажання Олександр Ясинський. Він відкинув звинувачення у негативному ставленні до учасників АТО, повідомивши, що днями відправив на передову продовольчу допомогу нашим бійцям. Проект назвав чудовим, хоча й висловив певні процедурні зауваження. А потім депутату довелось відповідати за свою поведінку минулої п'ятниці, коли з його вуст прозвучала пряма загроза на адресу голови облради. Я не знаю, на Виктория Викторовна тяжелый день у нее сегодня, да. Значит, я что хочу сказать по поводу этой программы, как бы, и вы меня абсолютно поймете, потому что у нас в последнее время лозунг АТО так часто звучит, и всячески им спекулируют, понимаете, и при этом должны все пригнуть голову. Да, к сожалению, это есть. Ну, я говорил о чем на комиссии, хочу повторить сейчас, да. К сожалению, участник АТО – это не профессия, да. И о чем идет речь конкретно в этом случае? Значит, здесь мы своим решением деньги с областного бюджета выделяем на общественную организацию. У меня вопрос как у депутата, почему именно на эту общественную организацию? И почему мы эти деньги не выделяем на фонд соцзахиста, например, да, с которого точно так же мы можем финансировать все те заходы, которые предусмотрены, да, и на детей погибших. То есть речь банально в простом. Мы отдаем деньги своим решением, прошу заметить, без конкретизации суммы, потому что в проекте решения написано. То есть мы все свои свободные остатки, если вы обратите внимание на это решение, мы тоже можем отправить на эту общественную организацию. Это неправильно, областные деньги отправлять на общественную организацию. Шановні депутати, да. На цю програму направляється 200 тисяч гривень. Микрофон, что такое? Только вам можно тут говорить в этом зале или что, Виктория Викторовна? Имейте совесть, и вы меня публично оскорбили. Держите язык свой за зубами, мой вам совет, потому что его могут быстро отрезать вам, честно вам скажу. Да. Это не угроза. Я просто вам говорю, подрезать, в прямом смысле этого слова, да. Уважаемые депутаты, я попрошу секунду, вы до чего уже докатываетесь? Я все понимаю эмоции, мужчины. Александр Николаевич, ситуация такая, вы оскорбили главу областного совета, не вы оскорбили, вы угрожали физической расправой именно в момент защиты нашего проекта. И я сейчас, не как руководитель общественной организации, не как атошник, а как мужчина, и от лица товарищей, которые пришли со мной, требуем от вас извинения. Это не подобающе. Встаньте и извинитесь, как вы при всех оскорбили ее, так же извинитесь. Это неподобающе. Вы унизили всю область перед всей Украиной.
Вот, вы унизили своих коллег-депутатов, мужчин. Это позорище. И так вышло, что это при нашем проекте. Поэтому как бы на нас упала эта ответственность. Потребует от вас сатисфакции. Мы просим вас, пожалуйста. Пока мы просим вежливо, извинитесь за те оскорбления, которые, оскорбления, унижения и угрозы, которые вы адресовали в адрес женщины. До цієї вимоги приєдналися десятки учасників АТО, котрі були в залі. Навіть розгляд важливого для них питання не викликав таких емоцій. Депутат опинився майже в облозі не надто прихильних до нього людей. Уважаемые мои коллеги, если кому-то мое высказывание резало слух, я прошу прощения, Виктория Викторовна. Если вы расценили мои слова как вам прямую угрозу, я прошу так не воспринимать на самом деле. Я просто, уважаемые депутаты, хочу вам сказать, что иногда надо быть поближе к народу и говорить языком людей. А то, что я озвучил, это, наверное, самое мягкое высказывание, которое могут люди сегодня сказать в отношении руководства областного совета. Мои избиратели, в частности. Виктория Викторовна, я скажу вам еще другое. Я, к своему сожалению, я не делю людей как голову областной рады по половому признаку. И в первую очередь, понимаете, когда мы говорим о языке вашем, и сейчас, если когда сказал я, да, здесь шла речь непосредственно о том рабочем органе, о котором вы разговариваете на сессиях, о том органе, которым вы позволяете себе закрывать рты депутатам, о том органе, когда вы закрыли... И уважаемые... Шановні депутати, шановні депутати, под влиянием такие действия, это категорически неправильно. И оценку работы областного совета должны давать депутаты, а не общественные организации. Після цього сесія так і не продовжилась. Була тривала гаряча дискусія, під час якої депутати фракції опозиційного блоку, а також порошенківець Федір Барна, закликали Вікторію Москаленко скласти повноваження голови облради. Москаленко нас стравлює! Москаленко нас противопоставляє! Голова обласної ради оголошувала перерву, намагалась примирити голів фракції, закликавши їх на нараду, але марно. Ілля, будь ласка, я шановні вас колеги, я прошу хвилинку уваги. Я пожалуйста, прошу... поліція, підійдіть в сесійний зал. Максим, заспокойся з поліцією. Достатньої кількості депутатів для продовження роботи в електронній системі більше не було зареєстровано. Жодного голосування не відбулось. Зрештою, Вікторія Москаленко заявила про готовність винести питання про її відставку, але лише після того, як будуть обрані заступники голови обласної ради. Їх поки що немає. Жодного. Останнього зняли минулої п'ятниці.